Однажды пришла молодая женщина, вернее, она мне догнала на дороге. Руки свою открывает предо мною, раскрывает. Молодая женщина руки открывает перед мужчиной, поймите. А там я вижу рак, рана большая. Плачет. Помолись, брат. Горе какое у меня, видишь. А я говорю, слушай, давай договоримся, одно важное дело. Только быстро давай думай, быстро. Я спешу, уже мне машину завели. Я иду, я спешу на другой труд. Быстро мне обещай. А что обещать? Я тебе скажу, что после моей молитвы ты не будешь туда заглядывать. Нет, ты не можешь. Понимаешь? Если хочешь, мы поможем тебе грудь закрыть. Все, но туда ты не заглядывай. Нет, ты не можешь. Что я делаю? Я беру твою грудь и отдаю руки Христа. И ты знай, она в руках Христа. Она в руках Христа. И ты будешь спокойна. Эти руки никогда не подведут. Слава Господу. Она сказала, думает, потом, говорит, слушай, я тебя сейчас покину, одна минута, все даю. Давай мы общаемся или нет. Или смотри сюда. Раньше эту отрежу тебе руку, потом вторую, потом пойдет в середину, а ты тебя закопает молодую красавицу. Думай, скажи быстрее, полминуты, все, я иду. Хорошо, я обещаю, что, что туда не буду заглядать. Молимся, помолились, закрывай руку. И туда не имеешь права лезть твоими глазами. Через полтора месяца приходит. Брат, чистая грудь. Даже шрамочки нету. Аллилуйя! Слава Иисусу! Пусть это служение, братья и сестры, продолжай, братья, куда есть стоять. Они как орлы. Они хотят, чтобы их крылья бросли. И они пошли в небо. Аминь. Аллилуйя! Слава Богу! Я желаю, чтобы вы не были этим, понимаете, рыбою, такой, как я вам рассказывал, но чтобы были на глубоких водах. Аминь. Аллилуйя! Слава Иисусу! Я все прощаю братьям, а Бог их благословит и устроит ему. Аминь.